После недавнего сообщения об уходе из популярного сериала актрисы Неслихана Тагюль в связи с болезнью, продюсеры были озабочены поиском актрисы на роль в успешном проекте. Так как о закрытии сериала речь вообще не шла, в каст приняли новую телезвезду, востребованную молодую актрису Тубу Бьюкистюн. Информация об этом появилась в издании ТВ-Газете. В статье речь идет о том, что Туба сообщила о вхождении в каст проекта в соцсетях и особо обратила внимание на то, что ей очень приятно будет снова работать на съемочной площадке с Энгином Акюреком. Для тех, кто не в курсе, актеры вместе играли в популярном сериале «Грязные деньги и любовь». Туба Бьюкистюн также добавила, что счастлива опять получить роль в проекте канала «Шоу ТВ», где работают настоящие профессионалы. Звезда эмоционально отозвалась о проекте. «Этот сериал будет для меня глотком свежего воздуха, как будто второе дыхание открылось». Несмотря на то, что большинство телезрителей пророчат Тубе занять место ушедшей Неслихана Тагюль, интрига сохраняется. Ведь Туба Бьюкистюн не уточнила, достанется ей главная роль или сценарий изменит и она сыграет другого персонажа. Следите за событиями из жизни звезд турецкого шоу-бизнеса вместе с нами и подписывайтесь на наш канал.